Привет-привет! Вы на канале Бла-Бла Фьюзинг. Мой кето-обед на сегодня. Что-то прям тарелочек-то все больше и больше становится на кето. Я сейчас нахожусь на удержании веса, ем на 2000 килокалорий 2 раза в день, то есть так называемое практикую интервальное голодание. Ем где-то в 12 дня и с 6 до 8-9 вечера. Каким образом это происходит? Сегодня у меня традиционный кето-капустный салат. Сегодня здесь только зелень, огурцы и даже немножко свежих, молодых, зеленых салатных листьев, которые, кстати, я не очень люблю, мой организм их плохо принимает, но их там совсем чуть-чуть. И сегодня такое необычное, что это свекольный суп. Сварила куриный бульон, здесь тоже и присутствует 100 грамм куриного мяса. Это я говорю на 2 порции. 150 грамм свеклы свежие, как бы, и сливочного масла 25 грамм. То есть это все на 2 порции. 500 грамм куриного этого самого бульона. Вот сливочное масло кладу прям сверху, чтобы оно было как типа сметанки, вот таким образом. Это еще у меня кето-сердечки, приготовленные на днях. Просто тушеные, мультиварочки, источник, как говорится, витаминов и белка. И что-то я чувствую, что я как-то вот вроде бы заболеваю. Что-то какие-то у меня чиханте начались, такое какие-то головные боли легкие. В таких случаях я принимаю ударную дозу самого обыкновенного продукта, привычного и, я думаю, имеющегося у каждого дома. Это восхитительная квашеная капуста. Здесь ничего нет, просто квашеная капуста с морковочкой. Источник витамина С, вот не знаю кому как, а мне вот реально это помогает. Если вы простываете 100-150 грамм, 200 грамм квашеной капусты, и все как рукой сняло. Так, и здесь 53 грамма свежего соленого сала. Ну, там тоже сплошной витамин С. Вот таким образом сложился сегодняшний обед. Здесь практически около 1000 килокалорий. Капусту мы на кето и огурцы не считаем. Углеводов здесь где-то, ну, прошу прощения, 7-8 грамм, ой, процентов углеводов. Всем приятного аппетита! Сейчас я все это буду кушать. Спасибо мне, спасибо вам, что смотрите мои видео. Ставите лайки, пишите комментарии и замечания. Всем привет, пока-пока!